Главным символом Дня семьи, любви и верности всегда была ромашка. В преддверии праздника в Центральной библиотеке прошел особый мастер-класс. Участникам предстояло смастерить из бумаги подарок для своих близких. Всегда этот праздник ассоциируется с любовью, с ромашками, конечно, с улыбками, ну и с летом. А сейчас еще такая погода хорошая, да? Представьте, сегодня все возьмут эти ромашки, отнесут домой и завтра с хорошим настроением будут поздравлять близких. Одна из участниц мастер-класса, Ольга Варламова, бывает в библиотеке часто. Ей нравится мастерить различные поделки. Пожелания, написанные на лепестках будущего подарка, она выбирает внимательно, чтобы максимально точно передать все свои чувства родному человеку. Скорее всего, это будет моя сестра. Почему сестра? Старшая. Ну, потому что сейчас, в этот период, мы с ней стали достаточно близки друг к другу. Свершений, пение птиц, понимание и тепла – это лишь немногие из поздравлений, написанных на лепестках ромашек. Создавая поделку, каждый из участников задумался, кого в этот праздник он хочет обрадовать. Я ее подарю бабушке, когда я к ней приеду в гости. Бабушке я как-то очень редко дарю какие-либо подарки. Наверное, брату. Он у меня просто две недели назад уехал в лагерь спортивный. И он приедет, ну, как бы подарок будет. Я не знаю, я, конечно, хочу кому подарить, но хочу подарить всей семье. Ну, на четырех человек. Теперь символ праздника будет в каждом доме. В мастер-классе приняли участие около 10 человек. Они не только смогли сделать сюрприз для своих близких, но и больше узнали об истории праздника. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.